на числа в последнее время. Может, меньше даже. Ты вагонов не брать. Сумму не принимает. Багель, давай начинай трэш. Потом может. Так, полголы тоже. Или да, или полы. Погнали пока. Я пока фурия против аспекта, да. Хожу против аспекта, да. Бар. Тихо, скажи. Товар это любимчик Войда будешь, значит, гильдийно. Бля, на полу вообще никакого нет. Ну как Олег сейчас сделаем, чекнем, а ФК не придет, минус ЕП. Минус ЕП, слабая мотивация на плюс ЕП, там ПР сильнее падает. Соточка уже, если все чистые, ПР то капец. Нет. Нет. Нет, помидоры уже давно приехали. Прикосы забродили, сейчас подойду. Так, кстати, я стихо прикос, такая самолка четкая вышла, 6 литров почти 70 градусов. 5 литров, 5. А почему это не мой сосед, а? Что, почем? Сколько у тебя проги было? На 6 литров. Ну, сколько? Бидон. Ну, обычный... литров сколько? На 6 Ой. Литров сколько у тебя уже? Ну, обычный молочный бидон. Также... литров, сколько короче. Там? Ну, литров 25, это 30, можно. 40 вроде в нем. Ну, а чё, протовар есть, нахер я тут нужен? Хер знает, там же градус и количество больше сахара зависит, чем от количества браги. Там чем больше сахара, ну считай, 1 килограмм сахара это 1 литр нормального самогона, выйдет где-то так. Ты на сахаре, короче, херачит. А на фруктах не пробовал? По-любому добавляем. Фруктах не пробовал? Сейчас я музыку выключу. Кого не пробовал? На фруктах. Ну, абрикосы вот этот пробовал, варенье пробовал, ну, на варенье, конечно, такая вонюченькая выходит. Такой шмурдяк, что ого-го. А на фруктах там ежевику, такое вино обычное делаю. Там где-то ежевика, виноград, такое, яблоки. Обычная новенькая, типа сидра, что-то такое. Ну, так. Для детей, короче, 30 градусов. Да. Или меньше. Я даже не знаю, сколько это градусов не пробовал. Ну, градус чувствуется хорошо. Тут сахара до хера положил, но сильно сладкая вышла. 70 градусов? Это не разбавлял ничего? Да нахрена разбавлять? Да не, ну разбавлять его надо, просто сейчас она отстаивается. Там активированного угля закинул, еще отстаивается. Потом разбавлять до раз до 40-45. Первач, блять, разбавляет, вы чё, охуели? Это просто акцент, блядь, какой-то получается. Саня, я за тебя. Ну, где-то 65-70 градусов вышло. Ну, я не знаю, может, то, что я крупы добавил, я добавил в него этот... кукурузу и пшеницу перебитой. Что градус, может, поэтому такой вышел. Будешь спердовать? Да не. Для личного пользования самогонка. Ну это что-то закупил здесь до хера, тут получается самогонка 6 литров, тут литров 5 джина, коньяка литров 5 тоже, там рома 2 литра, вискаря еще литра 4, что-то до хера. Ты на что вообще этот, готовишься? К чему? Не знаю. У нас укрыли сейчас цены. У них же война идет, мало ли нахуй, магазины закроют, блять. Да они к нам не дадут, у нас в области одни евреи. Тогда точно, да. Ну, акцизы подняли алкоголь, там с дьюти-фри закупился, знаешь, хорошее качество. Ну, в дьютике, да, не спорим. Еще
А ром какой брал себе? ОТТ? Этот, Бакарди, 2 литра. ОТТ, ПОТ или как он там называется? ПОТ, блядь, сейчас напишу. Тетрапак. Этот посмотри, тоже офигенная вещь. Она примерно как водка эти 40 градусов, но вещь шикарная. Да не знаю, мне что-то не понравился на ром, что-то он какой-то сильно обжигающий, как-то он сильно голову дерет. Что-то я думал, он получше будет. Джек Дэниелс там пискаль хороший был. Да ну, бодяжить ты шо, продукт портить. Мне так тоже друг говорит. Попробуй еще, если не ошибаюсь, в дьютике продается этот Старка. Не видел. Ну это у вас уже в Беларуси такое продается. Ну, вот они сейчас недавно добавили в магазин обычно Старку. А есть еще в дьютике. Там это польский напиток, офигенная вещь, 40 градусов. Пьешь просто сапионси вообще не надо. То есть никакого компота, ничего. Сладкая эта штучечка такая. 40 градусов. Там мы там заказали этот финляндскую водку чистую. Ну, блин, знаешь, конечно, водка хорошая. У нас в Украине такого качества. Там немировы всякие отдыхают. Хорошая водка. Мягенькая. Ну, финка, да, не спорю. Как узнать, хорошая водка или нет? По-моему, все спиртяга. Да. Триси даешь. Ты спирт берешь, это самая нормальная хуйня. Канал Амаркаши, И ГП кто на войде, еще ГП. Дайте рыбу. Дайте столик. Только рыбу ставь. Ну, Валера, наверное, если он не собрал. Надо спросить. Триси, ты на ком? На лот. Валера, ты на осколки врываешься, нет? Кто бафает каски? Вот уже дали. Поздно, я уже раздался. Чисто легко. Блять, а чё по танкам-то? Лайс Фриз вначале что-то был. Валера, ты на осколки врываешься, нет? Не, он зашел, молчит. Лапы нет. Бля, я забыл, что на ДД ролик написать. Рамзес, ты будешь раз скол стакать? Или опять весь рейс? Бля, шмот забыл переодеть. Да ты шмоти дамажу. А ты там после меня на сколке, да? Нет, по-моему, угол сейчас. Тогда я. Беги, малышка, беги! Thank you.
А вот поменяй. Блять, я повис. Я в ней встал и сразу умер, потому что мне ребро долбануло, я не успел себя захилить. Это долбанутая паника во фрейм стоять. Зачем ее во фрейм стоять? Потому что потом отбежать нормально нельзя. Лужи заливает одна за другой. Почему это вообще? Можно нормально пить и рассосаться в этом зале и все. Кто не будет умирать. Ты понимаешь, что туда долбанутый фрейм этого ребра. Ты забегаешь вперед, ты получаешь клин, блин. Отбегаешь назад, блин, ты получаешь лужу. Перебью ваш этот спор. Короче, я умер первый раз за 150 рейдов, а это лужа сразу такой поднимается. Вань, не понимаю. Куве, спекайся в танк, все равно на леди будешь в танке. Куве. Эсфейс еще дальше, нет. Так в это вот стоит. Дайте бомжей, а то умрем. Вот вис. Будет давай нажили на. Давай на этот, на ролл. Где-то уже Гера. Который у тебя в сумке лежит. Ну да, что тебя. Да. Жаден. Просто не видели, будет выиграл уже пора. Подожди. Ну, сейчас я из Фрис и КВ в танке. Почта. Сейчас я ману пью. Хотей, хотей.
Тогда запускайте. Что не поднять? Ты не в силах, а противиться моей воле. Вы его бьете вообще? Крест, каску, луку, дайте палы. Только ты в бою вообще не можешь бафить. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Не доставал. Кира, 2 секунды. Хабы тебе одиноки нужны? Охуенно, блядь, я ноги просрал.
Нет, твое спокойствие, блядь. Все пропало. Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саушпан будет рад видеть вас на борту молота. Слава, пожалуйста, возьми книгу познания символа Разролия. Вот только у меня. Вот. Смотри, я прыгаю. Назад. Прыгаем. Да? Пошла. Знаете, народ, как зайти на Ола в этот... Через ворота, если они даже не наши. На Релогасе, когда этот... Не-не-не-не, там можно по-другому... Не принимай. Там можно залезть в эти ворота, в капсулу. Лично залазил. Не-не-не, вот ворота закрыты, вот, они под контролем другой фракции. Без боя, не во время боя. Вы видите? Ну, естественно, в склеп ты не зайдешь. В склеп ты не зайдешь, потому что тебя выкинет чертова дивизия. За пределы. Ну, обычно алые там собираются, а пока что ты заходишь, туда вырезаешь к чертовой дивизии. Что за фигня? Я никого не вижу. Поганулось. Релогнешь потом.
Бля. Пиздец какой-то. На последние секунды. Рыбу поставьте, если есть. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Лепец, ты зайдешь, нет? У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герой. Что ко мне? Сколько там секунд начала? 8. Тут крита мало, просто очень мало. Я тебе говорю, мало. Веселитесь, слуги мои. Земля обогрится вашей кровью. Бля, сними с меня. А, все хорошо. Доты стали багаться нахуй на лобби каждый день. Готов. Освободился. А там
упал. Слава. 3 минуты. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Портал открыл, заходите. Ну, не критично вообще, кому нужно, приберу. А там обычно есть наполовину? Дай Росару, если никому не надо, обычный. Ну, танки забирайте с меня. Пошлите за второй вальку. Скажите. Что ты говоришь? Сколько общий? Больше было бы. Протупился. Пошлите на чумку. А как так выходит, что ты на 18 месте? Зато трэш первый. Сука, по трэшу линка не теперь 5. А в демоне кто, Ваня? В демоне Ваня? Демон Ваня. У него пет не бил. Кого нету? Пет не бил после кораблей перепризвали. А, я-то думаю, что там так мало. Приморозьте трэш. Странно то, что пэт был, но он не бил. Хотя он не в пассиве. После кораблей они бакаются всегда. Меня же не сильно замутит. Я ж расстроился. Трэш не бил, а тут такой ДПС говняный. Хм.
хотел спасибо написать, написал. Кстати, пропала. Надо было хоть хилку прожать. А не, мне хилку прожать. Спасибо, Слава. Маш, тоже спасибо. Такое себе получилось. Я его спецом не хилю. Да его я алмок. Уже все поставили перед боссом. Должен был Ваня включать свой КВП-класс. Так у него похищение жизни есть. Блин, сдохни, просто сдохни. Блин, блядь, где он полез? Чё ты тело покидаешь? Я бы резнул. Потом бы опять умер. Собака далеко. Сейчас. Да, ловушка была или две? Одна. Одна. Кроме правую не активировали. Ну я не успел, там босс ушел уже. Да дойдите назад, там собаки сейчас идут. Левую не сагрите пока. Которые убили? А. ДК сними уже, 6 стаков, 7 стаков, ДК. Там можно по 15. А, Войт это говорил в прошлом рейде. Я согласен, только Ханта моего возьми. Задняя ловушка. Парит. Просто мертвый. Ты я ловушку активировал? Плечи, будет плечи. А я один подкилил, у него там пол хп было. Да вон, где я стою, ё-моё. Нет. Стай, офис. Сейчас поем. Танана, ты на кез... Стопан. Чего мельким идешь? Шанан. Привязался ко мне тут. Левая кузня свободна. Так, по рейнджу.
отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Ваня, ты на РНЖ. Я перебегаю, просто там вроде сзади до хера стояло. Делай муви, как Ваня сейчас перебежал. Ты ж после рыгачек перебежал. Смещайтесь. Ну вот. Это, блядь, с Ридом. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи... Хили, хили его. Стань поближе, ты очень далеко. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Отличные новости, народ. Слизь снова потекла. А ты 18-й. Я пока не могу прочитать. Липучка, вонючка! Бля, сейчас рыб будет, если здесь берутся. Соберутся, если рыб будет. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Без ГП отдашь? Жею. Тридцать восемь ГП. Кульбику не оф, кульбику мейн. Он написал, что ролик на про товары. В РК. Че, вот так без ГП отдашь? Роса. Нет, без ГП отдашь? Он про грудак. Да. Там КВ он тоже спрашивал насчет него. Тима на трансмут или хуй знает. А КВ что, тоже задействован надо? Дима, нахрена это все? Такое уж оно и обычное.
Я на 8 заберу сейчас. Войт по-прежнему 18-е. Динская у тебя. Что там свалилось? Как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ты ли какая няша? Ладно, потом гречневую морку сделаю. Шапка только один, только шапка. Пакета было. Жив слева. Любимое объяснение тактики Войда: хилы хильцы, танки танчат, и все, поехали нахуй. Может, человек пятый элемент любит. Меня выкинуло, я захожу. Вар какой-то стоит тут. Там ЗС, я захожу. Подошел. Стоп по боссу, стоп по боссу. Thank you.
рынке, может получиться что-то любопытное. Стопать надо было. Надо стопать. Да. Уничтожатора, да, кидать уже? С чем ты агришь? Да я забыл, что на мне уже... Я сейчас не агрил, кстати, вот на четвертом стаке. Я на третьем сагрил, я не увидел, что на мне три. Вот на четвертом не я был. Девяносто четыре. Интересно.
Давайте первую пачку помогу. Пойду еще часть себе заварю. Горло болит, блин. А в норме квест кто был? На синдром? Ну да. Месяца три не видел. Давай, один контроль дам, мне надо сходить от... Кофе сделаю. У него иммун был, не мог ничего сделать. Вначале надо законтролить, потом трэш должен прийти, только потом взять у нас же, когда выходишь из комнаты, пропадает. Ты же сказал, ГП даешь за ФК, поэтому они теперь умирают. Не, а ты думаешь, сейчас он за компом? Ваня. О, пояс. В
Погнали, у меня так как раз чайник стоит. Дожди секунду, блядь. Куда ты спешишь вечно? Поехали. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины. Единые! Наксталь был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. И прольется кровь. Надо подождать. Насладитесь болью. Шесть и один. Кто другой Росарах два? Это того же не Росарах зовут. Чуть отведи там вихрь. Отстойный лут какой-то сегодня. Десять? Чайник почти закипел. Вот я выбор без осколка. Дайте бок на паладина. Блин, накинь мунквину на руку. Чтоб потом не забыть. Заметил, какая НДД Лана, лед, лич. Джейми там хотел или мне послышишь, показал. Так,
Есть у кого на 100 СПД куплю? 100 голдбанка. Чё? 100 голдбанка. Блин, колонки тихие у меня. Чё банка? 500 голды. А, ну нифига себе. Я же перед рейдом сходил, купил, там, ноги, все дела. Я перед рейдом АФК шла. Потом обмен, и так, да. Все мне дали, спасибо. Хочешь? Можешь еще дать. Не надо, иди уже хит. Дай мне лучше. Папа, тебе, блядь, ГП дай, ты напуливай сначала. Не бегай, а кричи, блядь. Че он? Он вроде просто ахаха написал, не? Он написал а. Танком ГП дайте, а хули у меня ревностный тогда прокнул? Если танком ГП, блядь. Не били танков, значит. Тупо тактики. Сука. Пойду ГП захуёв вот так. Нихуя себе, блядь. Смотри, на Тимура мага зашел, придурок. Войн, бери физику. Сумму ничего, будете меня засумать заодно. Да, кто ливнул? Мунка. Черев. Слишком далеко. Фулбаф полок. Рыбу. Сейчас починить. Все здесь сразу.